Смотрите сегодня в выпуске. Лекарства с доставкой на дом. Волонтеры помогают КБ-50. Кражи и мелкое хулиганство. Как обстоят дела с детской преступностью в нашем городе. Кладезь интересных фактов и уникальной информации. 21 февраля – Всемирный день экскурсовода. Подробности далее. Здравствуйте. Для Артема Александровича лекарства. Найдите ручку, расписаться. Отдать лекарство, забрать бланк с подписью получателя и ехать на другой адрес. Сегодня список небольшой, всего 15 адресов. К часу дня должны закончить, рассказал юноша. На прошлой неделе в день получилось объехать около 40 пациентов с COVID-19. Добровольцы молодежной палаты помогают первой поликлинике с начала февраля. Наша молодежная палата, она не может остаться в стране, и она очень активно старается помочь медикам. Я занимаю в жизни очень активную позицию, и для меня очень важно помогать людям. В данный момент медики на самом деле очень загружены, и хоть как-нибудь им помочь, занимаемся доставкой лекарств. С утра в первой поликлинике для волонтеров готовят необходимые препараты и список нуждающихся. Все лекарства заранее сортируют по отдельным пакетам. Препараты выдают в 10:30 утра, согласно намеченной терапевтам схеме лечения. Ребята надевают средства индивидуальной защиты, проходят инструктаж. Экипировка серьезная, и находиться в ней долгое время достаточно сложно, признается Артем. У нас есть также вторая поликлиника, и мы совместно с городской думой, молодежной палатой при городской думе, федеральным ядерным центром, также с АРФТИ, также совместно с профтехучилищем города Сарова, мы совместно боремся с общей бедой. То есть помощь нам оказывается всецело, и сложно как-то определить главенствующее лицо в этой во всей схеме, потому что у всех стоит единая задача – это помочь населению в борьбе с этой страшной болезнью. Однако пациентов много, и охватить всех волонтеров не могут физически, поэтому клиническая больница 50 просит их родственников, переболевших и не входящих в группу риска, получить эти препараты в поликлинике. Для этого им нужно иметь при себе паспорт и быть готовыми заполнить необходимые документы. В последние дни мы наблюдаем стабилизацию роста числа пациентов с коронавирусной инфекцией, но ситуация остается еще неспокойной, и помощь волонтеров нам, конечно, нужна. Саровчане, готовые помочь в доставке лекарственных препаратов, могут обратиться в клиническую больницу 50 по номеру 60660. В Сарове участились случаи хищения продуктов из крупных сетевых магазинов. Охранники чаще всего ловят несовершеннолетних с алкогольной продукцией, как правило, элитной, или сладостями. Так, в отношении юного саровчанина сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела за неоднократную кражу шоколадок. Некоторых подростков ловили за руку больше 10 раз. Это возбуждено в отношении одного подростка, 17 лет ей исполнилось, уголовное дело, у нее 15 эпизодов. Краж, то есть это мелкопримусских статей, это предусмотрено 158 прим. 1, то есть это хищение. У него практически все эти, ну не практически, а все хищения совершены из крупных сетевых магазинов, где она продукты питания воровала. Вторым в списке по количеству эпизодов идет нарушение масочного режима. Порой даже их объединяют. Товары из магазинов тащат несовершеннолетние без масок, что, к слову, облегчает сотрудникам правопорядка поиск нарушителя по камерам видеонаблюдения. Завершает тройку мелкое хулиганство. Так, в феврале этого года 17-летний юноша разбивал лобовые стекла автомобилей на парковке ТЦ «Куба», о чем писали во многих новостных пабликах. В состоянии алкогольного опьянения молодой человек повредил порядка 11 автомобилей. По трем материалам он будет привлечен к административной ответственности за умышленное повреждение чужого имущества, потому что там материальный ущерб не превысил 5000 рублей. А по нескольким эпизодам там будет возбуждено уголовное дело по 167-й. То есть умышленное повреждение причинит значительный ущерб собственнику. Многие преступления подростки совершают из-за недостаточной правовой грамотности. К примеру, большинство задержанных спешат рассказать правоохранителям о своих правах, но почему-то забывают об обязанностях. Нарушители трактуют строку «административная ответственность наступает с 16 лет», как «пока мне не исполнилось 16, все дозволено». Но, как показывает практика, ни одно преступление или правонарушение безнаказанным не оставляют. Материалы дела эти передаются в комиссию по делам несовершеннолетних при администрации, а там уже комиссия вызывает этого подростка с родителями, рассматривает в отношении, его совершившего, кто вот совершил правонарушение, там уже выносит ему выговор, там, у нее свое наказание, то есть
выговор, предупреждение тоже, сообщение родителям, там, ну, такие меры наказания. То есть со всеми, кто достиг и не достиг возраста, я имею в виду совершеннолетних, со всеми проводится профилактическая работа. Также в Сарове участились случаи употребления наркотических средств среди подростков. В сравнении, в этом году уже два несовершеннолетних будут привлечены к административной ответственности за употребление наркотиков. За 12 месяцев прошлого года зафиксировали только 3 таких факта. То, что моя судьба была связана с военно-морским флотом, виноваты, конечно, мои родители. С улыбкой на лице рассказывает капитан второго ранга в запасе Сергей Яковлев о своем предназначении. Будучи беременной, мама Сергея Михайловича решила проведать свою матушку в Томской области, поселке Моряковский Затон. И в этот же день, со 2 на 3 августа, маленький Сергей появился на свет. Почему же вот я стал моряком? Потому что, вот сколько себя помню, с самого раннего детства у меня всегда были мечты, разговоры, дела мои, детские игры, связанные только с водой. Кораблики, значит, строгать, выпиливать, пускать, значит, тельняшка для меня это была бескозырка, это вообще просто вот подарок судьбы. Даже если фотографии мои старые взять, именно детство, то на многих я одет именно в морскую форме. Постепенно маленький Сережа рос, посещал судомодельные кружки, занимался спортом, читал соответствующую литературу и четко понимал, что хочет стать военным моряком. И вот в 1977 году его мечта сбылась. Он поступил в Тихоокеанское высшее военно-морское училище во Владивостоке. Как рассказывает Сергей Яковлев, первое время было тяжело. Кормили плохо, жили в боевых условиях, ночевали на двухэтажных нарах. Некоторые ребята не выдерживали такого напора и забирали документы из училища. Так как у меня была мечта всей жизни, поэтому для меня эти трудности, они не были такими эпохальными, но тем не менее, вот и поэтому я сдал экзамены хорошо, и меня зачислили, я тут же сдал большую телеграмму родителям. В период обучения Сергей Михайлович побывал на Камчатке, ходил по Тихому и Индийскому океанам. После училища Сергей Михайлович начал служить на Северном флоте. В наш город мужчина впервые приехал в 1979 году, а в 1991 он окончательно перебрался в наш город. К сожалению, в 90-м году произошло несчастье. Моя супруга скоропостижно умерла. И поэтому осталось две дочери. Ну и, сами понимаете, как бы карьера, наверное, военного моряка на этом и заканчивалась. Почему? Потому что, имея двух маленьких детей на руках, служить в районе Крайнего Севера – это невозможно. Тогда Сергею Михайловичу предложили должность в ВНИЕФ. Сейчас Сергей Яковлев носит звание капитан второго ранга в запасе. За его плечами огромный багаж знаний. В нашем городе он создал музей военно-морской славы. Посетить его может любой желающий. День защитника Отечества в этом году в нашей стране отметят в сотый раз. И если раньше этот праздник был исключительно для военных, то сегодня он вышел за армейские рамки. Узнаем у саровчан, как они отметят 23 февраля и кого поздравят с этим праздником. Какой праздник отмечают 23 февраля? День защитника Отечества. День вооруженных сил. 23 февраля – мужской праздник военно-морского флота. День Советской Армии, а сейчас День Защитника Отечества. Как вы отмечаете такой праздник? С родителями собираемся за столом вечером. Мама жарит курицу, ну и иногда как. С семьей, с друзьями. Поздравляю своих родных и близких, мужа. Поздравляю, он служил в армии, в советской еще. Поздравляем мужчин своих. Накрываем им стол. А у меня муж военный был, с коньяком. Отмечаем. Кого поздравляете обычно? Сыновей, мужа. Друзей, коллег, все, кто причастны к этому празднику. Всех. У меня брат родился 23-го. Зяти поздравлю, еще зяти, племянники, все военные, все это. Так что у меня очень много поздравлять. Сегодня сотрудников, а завтра мужа буду поздравлять. А какие подарки дарите, может быть, там, друзьям, коллегам? Да в принципе никаких. Мужчинам не дарят подарки. Ну, обычно дарят деньги, потому что не знают, какой подарок нужен. Ну, бывает, что это сделаем с семьей, какой-нибудь рукодельный там подарок. Только денежки если. А носки там, пену для бритья вам дарят часто? Нет, я сам покупаю. Никогда такого не делала. Не дарили такого? Нет. Нет. Это слишком банально. Ну, это достаточно банально, потому что никто не знает, что именно им надо. Мне кажется, это уже каждый год
девушки нам дарят пену, носки. Это уже как бы ничего страшного. Поздравляю с Днем Защитника Отечества и с Днем Советской Армии. Желаю здоровья, счастья и мирного неба над головой. Небо над головой, все хорошего. Пусть все остаются такие же мужественные. Желаю здоровья и долгой жизни. Канал 16 присоединяется к поздравлениям и желает, чтобы ваши победы были только мирными. Оружием была улыбка, а стрелять приходилось только в тире. Ну и чтобы рядом были те, кого хочется защищать. С праздником! Одной из самых серьезных побед Марии Головиной стал финал всероссийского соревнования «Делай, как я». За несколько дней упорной борьбы за звание лучшего воспитанника военно-спортивного отряда страны Мария показала себя как настоящий боец. Из 80 человек девушка вошла в восьмерку лучших, которых отобрали в сборную России по военно-прикладным видам спорта. Мария за эти три года достигла больших результатов. Стала одним из лучших капитанов в соревнованиях. Нижегородская зорница, стала трехкратным победителем этих соревнований. Неоднократно ездила на дивизионные соревнования. Список побед и наград Марии Головиной можно перечислять еще долго. За три года воспитанница и командир «Барса» показала высокое мастерство в военно-спортивном искусстве. За многочисленные достижения девушка удостоилась бронзового нагрудного знака «Юнармейская доблесть» третьей степени. Мария стала первой во всей Нижегородской области, кому присудили такую награду. С какой-то чувством гордости и за себя, и за свой отряд, и за вообще нашу даже школу, наш город, подходила к начальнику штаба, и для меня это было очень важно. И вот в момент как раз получения я вот поняла, что вот все, моя юнармейская карьера, это, наверное, ее пик. Я добилась максимума, чего могла в этой сфере. Свой успех Мария не приписывает только себе, но отмечает, что это заслуга и руководителя отряда, и всех его участников. Награда «Юнармейская доблесть» – это общая победа военно-спортивного отряда «Барс». Если бы не было этой команды, не было бы моих вот сейчас самых лучших друзей, моей второй, наверное, семьи, я бы не получила эту награду и никогда бы к ней не пришла. И это не столько моя заслуга, сколько заслуга моего окружения и моей команды. И хочу им сказать огромное спасибо, что дали мне такую возможность попробовать себя в таком движении, как юнармия, и добиться в нем таких успехов. Награждение Марии прошло в Нижнем Новгороде. Нагрудный знак «Юнармейская доблесть» третьей степени саровчанке вручили министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и начальник регионального штаба юнармии. Здравствуйте, товарищи курсанты! Здравствуйте! Для этих ребят слова «патриотизм», «родина», «история родной страны» имеют особое значение. Каждый из них однажды решил связать свою жизнь с военно-полевыми сборами, рукопашным боем, альпинизмом. Всему этому молодые люди учатся в военно-патриотическом клубе «Разведчик». В основном занимаемся десантной подготовкой, также ездим на соревнования по военно-прикладному искусству. Вот в последний раз в Глазов ездили на «Арсенал», очень понравилось. Ребята проводят по правде там всероссийские сборы, причем именно организуют союз десантников в большинстве случаев такие вот. Вот, ну, по крайней мере, то, что в Нижегородской области и в Удмуртии две больших вещи. Разница прям. У нас вообще ничего не делается, там делается как бы очень хорошо. Александр занимается в клубе «Разведчик» 4,5 года. Сюда молодого человека привел двоюродный брат. У Александра есть мечта закончить школу и поступить в военное училище. Научился я здесь очень многому. Например, тому же альпинизму. Вот мы ходим каждые выходные на пожарную часть, с вышки спускаемся. Да так еще на сборы ездим. Военный патриотический клуб «Разведчик» на базе центра внешкольной работы существует более 20 лет. Сейчас его посещают ребята в возрасте от 5 до 18 лет. Заниматься спортом и армейской подготовкой юным армейцам нравится. У каждого есть любимые упражнения. Мне нравится делать жучка, прыгать на лестнице, делать кувырки. Мне больше всего нравятся кувырки и джамба. А еще приседания и пресс. Также в клубе ребята узнают истории нашей страны, активно занимаются спортивной подготовкой, учатся выживать в полевых условиях, ориентироваться на местности. Занятия у нас бесплатные, да, свободное посещение. Мы занимаемся с понедельника и включая субботу. Мы очень рады, чтобы к нам
Дети приходили, и мы с ними занимались. Посетители стать участником военно-патриотического клуба «Разведчик» может каждый желающий до 18 лет. Достаточно просто прийти в клуб здоровья на Силкина 10/1 или написать в сообщение группы. Куколку-хороводницу мастерили девочкам с 4 лет. С этого возраста их сажали за веретено. Крутя эту куклу, девочки учились раскручивать веретено. Считалось, что чем лучше раскручивается юбка, тем умели девица. Куклу девка-баба мастерили перед замужеством для того, чтобы психологически подготовиться. Как правило, на Руси жизнь девушек сильно менялась после свадьбы. Вот такая я была, пока замужем не была. Косу заплетала, песни пела, хороводы водила, гулять ходила. Ну, а вот такая вот... уже стало, когда замуж вышла, гулять не хожу, дом сижу, муж слушаю, косу на две расплела, под платок убрала. То есть вот такая вот куколка перевертыш. Сейчас такие куклы мастерят самых разных направлений, да и времена года, и мужик, баба. Выставка декоративно-прикладного творчества посвящена традиционной теме музея народной игрушки. Экспозиция выставки – промежуточный результат 3-летней работы в формате индивидуальных мастер-классов и мастер-классов в группах. В клубе «Свяжем сказку сами» семейные коллективы, индивидуальные мастерицы с 2016 года вяжут игрушки, предметы интерьера под руководством Светланы Пикулевой. Этот клуб у нас работает уже достаточно давно. Зарекомендовал себя очень ярким, интересным, творческим коллективом. Работы являются участниками выставок, которые проходят в нашем музее. И еще один формат также в индивидуальных мастер-классах и в малых группах – это работы по народной кукле. В течение последних 3 лет музей активно работает с Натальей Сухоруковой и Анной Ивантьевой. С саровскими мастерицами в музее изучают историю, традиции народных кукол. В экспозиции можно найти самые разные конструкции – тканевые, берестяные скрутки, разные наполнители, куклы с ножками и без ножек, обрядовые и игровые. И на выставке представлены разные сюжетные темы. Это времена года. Это, конечно же, куклы по обрядам народного календаря, игровые разные куклы, куколки-помощницы. То есть мир куклы настолько разнообразен, что пока мы его целиком не охватили, но темы самые разнообразные. Выставка продлится в Музее народной игрушки до апреля, без возрастных ограничений. Дополнительная информация по телефону 6-64-94. 26 ярких творческих номера, 2 часа просмотра сложной и интересной танцевальной программы, волнение танцоров и родителей. Это атмосфера танцевального вечера школы танцев Анны Козловской. В концерте приняли участие 7 возрастных групп. Ну, я занимаюсь 4 лет. Мы на конкурсе с моей группой ездили в Нижний Новгород с этим тоже танцем, который мы будем танцевать. Он называется гитара, рокер. Мне нравится очень наш хореограф, во-первых, а во-вторых, наша заводная музыка. Старшая танцевальная группа – абсолютный победитель и обладатель гран-при на фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске 2021. Победитель финала международного конкурса хореографического искусства «Танцемания», прошедшего в Москве. Сейчас девочки готовятся к выступлению в Париже. Ну, например, у нас есть новая постановка, которую мы сегодня, наверное, дебютируем с ней. Мы ее еще не показывали на саровской сцене. Это не танго. Мы будем в розово-красных пальто, нас сразу будет видно, заметно. Это танец про изменчивое женского настроения. В коллективе Анны Козловской более 150 детей. Их творческие номера – главные конкуренты для других танцоров на областных и всероссийских конкурсах. Педагог объединила родителей и детей в одну дружную семью, которая любит танцы, музыку и предана своему делу. Именно на базе Саровского драматического театра это уже не первый раз. И для детей, и для родителей. Это огромная награда за тот труд, который они вкладывают, ежедневный труд. А самое главное – это награда для педагога Дворца детского творчества Анны Владимировны Козловской. Каждый воспитанник коллектива находит в танце что-то свое – силу движения, веселье и забаву, непередаваемые эмоции, ценные чувства.
Выхухоль и червячок Иннокентий – главные герои работы Ульяны Зарубицыной. Для учащейся детской школы искусств номер 2 выхухоль – это животное, о котором знают несправедливо мало. Поэтому, чтобы рассказать о нем, девушка решила и сама узнать о нем побольше. Для этого Ульяна работала в библиотеке, изучала статьи в Красной книге и в интернете. Чтобы слепить выхухоль из глины в достоверном виде, сначала Ульяна прорисовывала различные детали и эскизы животного. Я почитала, на кого он охотится, и подумала, что можно все-таки сделать его с червячком, чтобы было интереснее. И я начала делать эту работу вообще сначала не на конкурс, а потом ко мне преподаватель подходит и говорит: есть конкурс, как раз подходит твоя работа. Я такая: ну хорошо, давайте сделаем ее на конкурс. И вот она понравилась на конкурсе, я очень рада, не ожидала. Диана Авдеева выбрала для работы редкого белого медведя. В своей глиняной скульптуре девушка также не обошлась одним героем, но слепила медведицу с маленьким медвежонком. Чтобы сделать работу более оригинальной и выразительной, после обжига Диана покрыла скульптуру глазурью. Выбор на краснокнижного медведя пал у девушки совсем не случайно. Это все пошло с детства. Я в детстве очень любила медведей, просила родителей купить игрушек медведей. Вот. И в художественной школе у меня появилась такая возможность отправить на конкурс белых медведей. Каждая работа в глине выполняется с некой сложностью. Для всех лепить это сложно. Международный конкурс-выставка детского творчества «Красная книга глазами детей» организовали в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить» в Ханты-Мансийском автономном округе, Югре, городе Ханты-Мансийск. В номинации «Скульптура» из 4 участников из Сарова Диана Авдеева и Ульяна Зарубицына стали лауреатами конкурса. Работы делали когда учились на втором курсе, а сейчас это они, конечно, на третьем курсе. И для второго курса это очень довольно-таки хороший результат. Это говорит о том, что мы обучаем и учим их в правильном русле, которое подтверждает участие в конкурсе их и члены комиссии, которые посчитали, что действительно работа достойна, и мы ее выполнили на 5 баллов. Сейчас все работы лауреаты конкурса экспонируют на различных выставках городов России, а фотографии глиняных скульптур вошли в специальный каталог «Красная книга глазами детей». Свою первую экскурсию по выставке «Народные игрушки» Ольга Паснякова вспоминает с особенными чувствами. Тогда она очень волновалась, долго подготавливала и изучала нужный материал. Но в итоге молодому экскурсоводу помогла позитивная, заинтересованная и радушно настроенная аудитория. Ольга рассказывает, что она экскурсовод по жизни. Еще ребенком она видела, как мама-искусствовед проводила экскурсии в Нижегородском художественном музее. Как ведут экскурсии, я видела, что называется, с детства. Поэтому, впитав вот эту атмосферу музея, вот сам процесс экскурсии, я, наверное, училась именно таким способом, то есть наглядно. И когда начала вести экскурсии самостоятельно, то весь этот опыт из детства мне очень сильно пригодился. Вопросы посетителей – это то, что может как порадовать экскурсовода, так и ввести его в ступор. Вопросы бывают и каверзные, и отвлеченные от темы, или просто сложные. Ольга считает, что в таких случаях экскурсоводу не нужно смущаться, что он чего-то не знает, и спокойно признать это перед публикой. Но потом обязательно взять такие вопросы на проработку. Я вот для себя нашла такой способ, когда говорю честно и прямо: ребят, не знаю. Посмотрю, поищу и в следующий раз вам расскажу. Если интересно, приходите, отвечу на вопросы в следующий раз. Либо звоните, отвечу, или приду к вам в гости, конкретно когда класс или детские сады, и обязательно вам об этом расскажу. То есть экскурсовод – это живой человек, он что-то может не знать. Экскурсовод должен быть и профессионалом своего дела, и хорошим психологом, чтобы найти контакт с аудиторией разного возраста, суметь быстро перестроиться с одной темы на другую. Для Ольги выставка – это своеобразный мир, в котором она постоянно открывает для себя что-то новое и необычное. И этот мир музея настолько стал для Ольги родным, что она начала и сама мастерить народные игрушки, куклы. Она мне очень близка, и я стараюсь свой творческий потенциал в данный момент реализовывать именно вот в народной кукле. Еще сюжеты, еще образы. Мне очень нравится. Я думаю, что каждый экскурсовод, вообще работник музея, он очень творческий человек, потому что работать в музее и не быть творческой личностью просто невозможно. Канал 16 поздравляет всех экскурсоводов с их профессиональным праздником. Желаем вам творческого вдохновения, неиссякаемой энергии и новых интересных открытий.
8 свадеб в Сарове и 228 во всей Нижегородской области. Столько торжеств назначено на 22 февраля. И при том, что этот день выпал на вторник. А по вторникам, как нам сообщили в ЗАГСе, как правило, браки не регистрируют. Но особая дата – повод отступить от правил. Тем более и остальные красивые даты в этом году выпадут на будни. 22 ноября – это тоже вторник. 12 декабря – понедельник. А 22 декабря – четверг. Нравится такое красивое сложение чисел? Ну, мне как математику, в принципе, нравится. Ну, дата как дата, обычное число. Равнодушно отношусь абсолютно. Очень нравится. У красивых дат как минимум две привлекательные стороны. Одинаковые цифры симпатично смотрятся, например, на приглашениях и легко запоминаются. Плюс психологи считают, что для некоторых такие даты как дополнительная страховка. Подсознательно или сознательно люди наделяют повторяющиеся цифры магической силой и верят в их действенность. Принцип тот же, что и у примет. Раз цифра, пусть и надуманно, волшебная, значит, станет дополнительным оберегом для семьи. Поэтому такие даты очень востребованы. И если вы из тех, кто гонится за красивыми цифрами для торжества, забронировать особый день нужно сильно заранее. Вообще молодые выбирают дату еще за долгое-долгое время, то есть они рассудительно подходят к этому, да. И когда люди видят зеркальную красивую дату, они как бы, да, бронируют ее вот уже за полгода. Наряду с красивыми рядами у молодоженов также востребованы пятница 13-е, в этом году она будет в мае, и День семьи, любви и верности 8 августа. У пловцов из бассейна «Дельфин» есть хорошая традиция – устраивать специальные ежегодные соревнования перед праздниками. В преддверии Дня защитника Отечества девочки-пловчихи и женщины-тренеры стали организаторами такого события для мальчиков. По итогу проделанной работы спортсменка выдадут удостоверение юного судьи. Мы взялись на две команды и меняемся. То есть, например, два стиля судят мы, два стиля судят другие девочки. Участие в таких городских соревнованиях дает возможность спортсменам выполнить разряды. Ребята не могут дождаться старта, чтобы выступить перед ровесниками, тренерами и родителями. Мы приглашаем всех сильнейших пловцов отделения плавания от старшей возрастной группы до группы обучения. Они у нас занимаются с сентября месяца. Практически сейчас прошел период полгода. Хотелось бы посмотреть их результаты, которые мы вложились за эти полгода. В программу соревнования входили 50 метров вольного стиля, баттерфляя, кроли на спине и браса. Каждый спортсмен участвовал в двух личных дистанциях на выбор. Я занял первое место с результатом 25-32. Я считаю, ну, это хороший результат. Я занимаюсь второго класса уже 9 лет. Я становился неоднократным призером областных соревнований. Городское соревнование, посвященное Дню защитника Отечества среди юношей, прошло успешно. Впереди женское плавание с мужским судейством. Праздник 23 февраля саровские хоккеисты провели по-мужски на льду. ХК «Саров» скрестила клюшки с еще одним лидером регулярного чемпионата – хоккейным клубом «Спарта» из Вачи. Хотя «Спарта» и стоит на высокой строчке турнирной таблицы, но идет вне зачета, поэтому в плей-офф не попадет. Но все-таки соперники вели серьезную борьбу. Первый период закончился со счетом 1-3 в пользу Вачи. Настрой всегда боевой, ну, тем более с «Саровым». Вот. У нас решалась как бы эта игра, кто все-таки возглавит. Ну, у нас что, разница 1 очко, поэтому настрой был боевитый. Игроков достаточно было, просто реализовали свои шайбы, вот, а дальше, по сути, от обороны играли и все. Во втором тайме каждая команда забила по еще одной шайбе, а закончили игру со счетом 3-6. Хоть половину третьего периода Саров и играл в большинстве, но нашим хоккеистам так и не удалось перехватить шайбы у соперника. Для ХК «Саров» это второй проигрыш подряд после игры с Павлова. Были в первом периоде моментики, надо было забивать пустые ворота, не попадаем, в обратку убегают, забивают, поэтому второй вышли более-менее раскачанные какие-то такие, сразу получили две, а потом бросились спасать Россию. Ну, где-то не хватило мастерства, очень много удалений у них было, не реализовали, хотя шанс был зацепиться при счете 5-2, делай 5-3, там удаление двойное 4 минуты, 5-4, и чем как закончилось бы, неизвестно.
Несмотря на поражение, Саров продолжает лидировать в чемпионате Нижегородской области по хоккею высшей лиги. В рамках регулярного чемпионата теперь осталось еще две игры. 6 марта ХК «Саров» проведет домашнюю игру с командой из Княгинино. Уважаемые болельщики «Сарова», передаю огромный привет всем. Поздравляю с 23 февраля. Желаю вам всего самого хорошего.